Во время проведения выездного заседания в село Синюхенброд Первомайского района Николаевской области к нам обратилась местная жительница Костенко Елена. Причина обращения – горе, которое постигло ее семью. В середине июня у нее убили мужа. Основная причина возникновения неприязненных отношений убитого и убийцы – это земельные отношения. Эти отношения имеют достаточно длинную историю и возникли в то время, когда убитый за бесценок продал убийце земельный пай. Это еще тогда, когда это было можно делать. Шло время, неприязненные отношения укреплялись, сводились к разделу межи огородов, а убийца и убитый были соседями. Ну и в итоге закончились трагедии. Пообщавшись с местными жителями, с главой сельского совета, нами, семью депутатами, установлено наличие социальной напряженности в селе. Она обусловлена прежде всего фактом избрания убийцы, задержанного на месте преступления, меры пресечения в виде домашнего ареста на период проведения следствия. Да, суд взял во внимание факт наличия убийцы депутатских полномочий в сельском совете Синюхенобродском и положительных характеристик с места работы. Вместе с тем мы обращаемся к представителям национальной полиции и областной прокуратуры, учитывая факт наличия социальной напряженности, а также тот факт, что у убитого остались вдова и 19-летний сын, а у человека, совершившего преступление, имеются несовершеннолетние дети, дабы не допустить еще большей трагедии, просим взять ситуацию по объективному расследованию преступления под личный контроль. По результатам проведенных мероприятий просим уведомить Николаевский областной совет. Спасибо. Дякую.